Значит, примеры качеств человека-невротика. Значит, эгоцентризм. На день рождения мой ребенок заболел. Но я не думаю о здоровье ребенка. В моей голове мысли о том, блин, накрылась моя вечеринка, что же мне делать? Куда бы сбагрить ребенка? Может быть, к маме отвезти? Присутствие постоянной тревоги. Вышла из дома, уже еду в метро. И вдруг мне пришли тревожные мысли. Я плойку, чайник, газ выключила. Хроническая усталость. Проспала 10 часов. Встала с утра. Вялая, усталая, невыспавшаяся. Желание быть наедине с собой. Друзья позвали меня в субботу в боулинг. Но я не хочу идти веселиться. Я хочу остаться дома одна. У меня нет пары.